вижу много детей Угу. с бабушкой, Так, может ага. быть. Так, да. Бабушка читает с девушкой. Ага, бабушка читает кому, можно сказать. Девушке. Отлично, девочке. Ага. А как вы Девочке. думаете, кто она может быть? Бабушки, например. Это бабушка, а она? Teacher? Ну, может быть, да. Преподаватель, да? Преподаватель, учитель, да? Учитель. Преподаватель, учитель, да. Значит, вы думаете, что это учитель? То есть это не бабушка и внучка. Как гранддотер, да? Внучка. Да, может быть. Может быть, да? Угу. Так, ну хорошо. Ага, бабушка читает. Ага. Бабушка читает. Ага. Мальчик ходит с собакой. Да. Или мы видим то, что он бежит, да? То есть, Бежит. Running. да, можно сказать то, что мальчик бежит Бежит. с собакой. Или Собакой. еще можно сказать просто то, что мальчик гуляет с собакой. То есть обычно, когда человек выходит с собакой на улицу, значит, что он гуляет. То есть мне нужно Гуляет. погулять с собакой, да? У кого собака, им обычно нужно гулять с собакой, да? Да, то есть мальчик гуляет с собакой. Так. Девочка Угу. на скутер. Ага, это у нас самокат. 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 Ага. Так, девочка на чем? Девочка на самокатом. Ага, на самокате, да? Самокат. Ага. На самокате. Так, девочка. А что она делает на самокате? Какой у нас глагол будет использоваться самокатом? Так. Можно сказать Ride? то же самое, можно сказать с велосипедом, с роликами, with bicycle also. Что я делаю? Я Езжу. да, но есть такое слово, я катаюсь. Катаюсь, Да, то есть катаюсь. я Она катаюсь на катается. велике, я катаюсь на роликах, я катаюсь на самокате. Да? Катаюсь, катаюсь. Но можно даже я катаюсь на машине, тоже можно, в принципе, сказать, я катаюсь на машине, тоже. Кататься это вообще вот когда вот круг, да, вот катится, 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 да, то есть вот катится, катится, когда вот есть эти wheels, да? Да, Круге. круглые, да, шины можно, да, такие сказать. То есть на велосипеде у нас есть, да, колесо, на самокате wheel колесо у нас есть, то есть кататься на машине. То есть что у нас девочка делает? Она катается на самокате. Отлично, да. Девочка катается на самокате. Угу. И куда она смотрит? Она смотрит мальчику. Ага, на кого? На мальчика. На Угу. мальчика. Так, отлично. Ага, и она смотрит на мальчика. Угу. Ага. Так, хорошо. А где они? Как это называется место? Где находится мальчик, собачка, девочка? Как вот это вот место называется? В парке. Так, да, это парк. А вот это вот коричневое, то есть не трава, grass, а сейчас я вам скажу. Path, да, можно сказать? Path. То есть this brown path, как на русском вот это вот называется? Это тропинка. Да, то есть это вот not road path, да? Brown this, not grass. Тропинка. Они на тропинке. Да, тропинка. Можно сказать, да. То есть они на тропинке, да?
Потому что вот это вот зеленое, это что такое зеленое? Трава. Да, трава. Это трава, да? А вот это коричневое, да, это тропинка. Да. Почему они на тропинке? Почему девочка не катается на самокате, например, по траве? Самокат не работает на траве. Ага, да, ну да, можно сказать еще как. Как? Like uncomfortable, maybe. Неудобно Да, то есть да, кататься на да. самокате на траве? Да. И не получится, да? И не Не получится. получится. Нужна тропинка, да? Нужна дорога. Отлично. Так, еще что мы еще видим? Ага. Ага, да, я слушаю. Девочка и мальчик совсем забыла слова climb, вой, Так, так, так. something. Ага, они, вот что они делают? А, это есть такая фраза, climb trees, да? То есть Да. они лазят по деревьям. Да, Лазить помните по такое слово? деревьям. Да. Лазить по деревьям, начальная Да. форма, да? Значит. Так, деревьям. Значит. Они лажут. Лазят по деревьям. Лазят. Они Да. лазят по деревьям. Да. Они играются, да? Да. Может быть, кто выше из них залезет, еще можно сказать, залезет на Залезет. дерево, да? Кто будет выше? Мальчик выше Да, ага. на деревья. Да, на дереве. На деревья. Деревья. Так, ага. Так, а это значит, у нас дерево, да? Правильно же? Ага. Так, а давайте посмотрим на девочку, которая сидит на дереве. Давайте ее попробуем описать, например. Эту девочку. У нее темные волосы, и она Ага, она одета. одета, рубашки Ага, так, или да, а свитер. можно сказать, что это рубашка, it's more formal, да, у нас будет, а это у нас, наверное, кофточка, можно сказать, Кофточка. да, она одета или в кофту, так, она одета в кофту, так, ага, она у нас еще свободная, да, кофта, not tight, Да. ага. Так. И она одета джинсами? В джинсы. 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 Ага, она одета в джинсы. Так, хорошо. А какая прическа? Прическа. Hairstyle, да? Прическа. Прическа у нее на голове. Так, что это такое у нас? Не знаю. Ага, это если одна, это косичка. 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 Так, а если две, значит, две косички. Две косички. То есть у нее на голове две косички. Так, у нее на голове две косички. Так, вам нравятся две косички? Так, у вас у дочки волосы какие, длинные? У нее длинные волосы, и иногда у нее на голове две косички. Ага, то есть вам нравится иногда делать, это будет Да. делать.
То есть делать или еще можно сказать плести. Плести косички. Но делать тоже можно сказать. Хорошо. Простой вариант делать косички. То есть вам нравится делать косички? Да. Угу. Отлично. А еще как мы можем сказать, например, у этой девочки, да, видите, да, у нее как бы на голове много волос. Бывает, когда вот поменьше, а бывает, когда много-много-много-много, да? Угу. То есть у нее густые волосы, можно сказать. Так. Густые. Да, сейчас я скажу на так. Ну, как бы thick hair, да? Угу. Да. Да, то есть густые. У нее густые волосы. Да? У нее густые волосы еще. Хорошо. Так, значит, у нее густые волосы. Угу. И что у нее на голове? Косички. Да. Косички. А потом еще давайте такой момент. Смотрите, мальчик, который с собачкой, у него кожа какая? Dark or light? Темная или светлая? Светлая. Светлая. Угу. Светлая. А смотрите, у девочки, которая на дереве, и у мальчика, у них темная, да? Да. По-другому мы обычно говорим, если темная кожа, смуглая. Смуглая. Да, то есть она смуглая или он смуглый. Это значит то, что у них кожа немножко темная, да? То есть видите, да? Отличается. То есть если мальчик светлый, uh-huh. а девочка с мальчиком на дереве, они темные, да, то есть они смуглые. Смуглые. Это смугло, это значит кожа немножко темненькая. Понятно. Так. Ты новые слова, да, для вас? Да, да, да. Мальчик с темными волосами. Ага. Стоит. О, интересно, кстати, да. Где он стоит? За ложка. Это пост. Ложка это спун. Скажите, у вас все там микс, да? Вроде слова помню, но. Как по-русски bench? Так, скамейка. Скамейка. Да. Скамейка. Он стоит за смелень. Ага, ага. За скамейкой. Зачем? Скамейкой. Зачем, да? За скамейкой. Скамейкой. Он стоит за скамейкой. А можно еще сказать, он стоит позади бабушки. Позади. Например, не стой, можно сказать, за мной, или не стой позади меня, да? Но за тоже хороший вариант, да? За. Да. Он, наверное, тоже, что он хочет? Почему он там стоит? Он хочет читать с бабушкой. Да, он хочет читать или? Слышать. Слушать. Угу. Слушать. Да, или слушать. Хочет слушать. Да, ага. А он какой у нас? Как, смуглый или светлый? Он смуглый. Да, он смуглый, да. Смуглый. Потому что кожа у него темненькая, да? Темненькая. Так, да. И еще можно сказать то, что он... Сейчас. Как бы curious. Как кто это у нас? Я помогу, наверное, потому что слово сложное. Да, я вижу. Любопытный. Любопытный. Да, любопытный, да. То есть он любопытный. Любопытный. Ему интересно, да? Да. Ему интересно, что там происходит, что они делают, да? Я тоже хочу, да? Любопытный, да? Ага. Значит, где у нас сидят бабушка и девочка? Они сидят на
скамейки. Да, они сидят на скамейке. Так. Правильно, вот я знаю, что вы хотите сказать. Вы хотите, нет, вы сначала хотели другое сказать окончание. Первое окончание было другое у вас. Так, так, так. Просто говорите, не думайте. Так. Зелё... На зеленый. То есть они сидят на какой скамейке? Они сидят на какой скамейке? На зеленой скамейке. Да, на зеленой скамейке. Угу. Скамейки. Так, хорошо. А давайте посмотрим на бабушку. Опишем бабушку. То есть полностью волосы, что у нее на шее, во что она одета, обута, да, обувь. Давайте бабушку пишем. У нее много что, чего интересного есть. У нее серые волосы. Так, как мы назовем серые волосы? Обычно мы не говорим в реальной жизни у нее серые волосы. Есть специальное слово. Так, вы его помните или нет? Или вам помочь? Нет, угу. Не помню. Это значит седые волосы. Седые. Ага, седые волосы. То есть у старых или пожилых людей, пожилые старые люди, да, у них седые волосы, седые. Седые. Да, волосы. Седые волосы. Так, значит, у нее седые волосы. Но они у нее какие? Они у нее какие? То есть у той девочки с двумя косичками у нее какие волосы были? У нее много было волос. Кусти. Ты, да, да. То есть мы видим, что у бабушки какие волосы? Густые седые волосы. Да, то есть у нее тоже густые седые волосы, да? Угу. Так, отлично. Дальше что мы еще у бабушки видим? Что интересного? У нее пиджак. Да, пиджак, да. Пиджак. Пиджак с чем? Розовый, да. Пиджак с чем? У нее есть покет, да, мы видим. Да. С карманом. С карманом. Да, отлично. С карманом, да, пиджак с карманом. С карманом. Так, хорошо. Зеленый тишет. Да, но мы точно не знаем, да, что это. Возможно, это вот футболка, тишерт. А может быть, это топ. Топ. Да? То есть, возможно. Топ. То есть топ-топ. На английском тоже, в принципе, топ. Зеленый топ. Да, или футболка. А еще такой цвет, можно сказать, он как бы отличается, да, немножко другой, не как трава. Он такой салатовый. Салатовый. То есть это немножко другой цвет, да? Салатовый. Как бы light green идет. Lime. Lime color. Как бы fruit lime, да? Lime color. Да. Но зеленый. Это вам зеленый. Так, чуть-чуть для... Чтобы вы знали, да. Да, зеленый. Угу. Потом, что у нее еще есть? Вот это вот что такое у нее здесь в ушах? В ушах. Не помню. Ага. Не помню. Ага. Сережки. Сережки. Да, сережки. Ага. Сережки. А вот это у нас. Ага. Тоже не помню. Да, это можно сказать ожерелье у нее. Ожерелье. Ожерелье. Угу. Ожерелье. Да. Ожерелье. Да, ожерелье. Так, хорошо. Еще что вы у нее видите? У нее зеленые брюки. Так. И бутылки. Бутик. Ага. Ага. Брюк. Ага.
Ботинки, да? Ботинки. Угу. Ботинки. Да, бутылки, это у нас bottles. Bottles, да. Yeah. Вот, осторожно. А то придете в магазин, скажете, я хочу бутылки. Да? Так, хорошо. Так, ботинки, да? Ботинки. Ботинки. А ботинки на чем у нас? Там хилс, да, у нас есть? Uh-huh. Ага. Не знаю. Каблук. На каблуке. На каблуке. Да, на каблуке. Ботинки на каблуке. Да.